Давай. Дорогая Линочка, мы уже не первый раз с тобой общаемся. Вот в России очень много всяких праздников. Например, 31 декабря наступает Новый год. А 8 марта празднуют праздник всех женщин, девочек, бабушек. А вот, например, первую субботу в октябре обязательно говорят спасибо учителям. А День защитника Отечества, конечно, бывает 23 февраля. А летом есть в России еще один праздник. Он называется День независимости России. В России живет очень много национальностей. Но самое-то главное, это когда у каждого человека есть своя семья. Папа, мама, бабушки и дедушки. Я сейчас тебе буду загадывать пословицы и поговорки про семью. А ты мне, пожалуйста, подумай немножечко и дополняй, хорошо? Вот, например, говорят, семья вместе и душа на месте. А вот еще одна такая. В семье и каша, гуще. Ты можешь подумать не одна, а вместе со своей мамой и с папой. А давай еще одну. Ну-ка, молодец, давай еще. Согласную семью и горе не берет. Молодец какая. А вот еще одна. Семья в куче не страшна и туча. Правильно, туча. Отлично, у тебя хороший результат. В хорошей семье хороший... Думайте. Дети растут. Ну вот, получилось. А еще семейный горшок всегда... Думай. Кипит. Отлично, хорошо. Замечательно. Ну вот видишь, теперь ты про семью, про свою любимую, наверное, знаешь еще больше, потому что ты столько пословиц и поговорок вместе со мной выучила. Я ставлю тебе оценку. Отлично!